И сразу в танцы готовят свои люди. Я же надеюсь, что вы... Здесь мы уже не победили, ребята. Здесь мы не можем победить. Здесь уже все понятно. История ясная, парень, сложилась. Команда КВН «Московские мажоры» Московского Суворовского военного училища. Очень забавно смотрится, когда суворовцы кричат слово «мажоры». Такие милые, например, «мажоры». Не, ну да, понятно, флаги, плакаты, все очень круто, но вы поаплодируйте себе и команде своей. Наши аплодисменты. Московские мажоры, да, московские суворовцы сегодня... Этот набор, я уверен, что сегодня он вам пригодится. Ну а теперь все вместе мы готовы стартовать наши аплодисменты! Команда вузовского образовательного учреждения Министерства обороны Российской Федерации. Здесь тоже наши аплодисменты, пока команды нервничают. Давайте покажем, что зал готов. Зал готов встречать их сегодня гордыми овациями. Ну и для того, чтобы начать, мне осталось сказать заветные три слова. Те самые три слова, которые всегда говорит Александр Васильевич не Суворов, а Масляков. Я с удовольствием их повторю. Мы начинаем КВН. Игр звучит так. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Главный приз игр – Кубок министра обороны Российской Федерации. И наши аплодисменты здесь тоже звучат. Ну что ж, давайте знакомиться с нашими прекрасными командами, которые сейчас с улыбками будут появляться здесь. Под ваши аплодисменты я уверен, что мы с удовольствием будем встречать все команды и знакомиться, и запоминать любимчиков, потому что эти улыбки забыть невозможно. Ну что ж, прошу. Наша мелодия прекрасная и узнаваемая. Знакомимся. Команда КВН «Юные армейцы». Всероссийское военно-патриотическое общество, общественное движение «Юнармия». Город Смоленск. Команда КВН «Шашки на голов». Тверское Суворовское военное училище. Наша аплодисменты. Запоминаем, аплодируем всем командам. Команда, представляющая Московское военно-музыкальное училище имени генерала-лейтенанта Халилова. Терпенко в мобиле. Команда, представляющая Московский кадетский корпус пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Мажоры, Московское Суворовское военное училище, по вашему аплодисменту. Ну и, конечно же, хозяева этой игры, команда КВН «На страже юмора», Тульское Суворовское военное училище. Ну что ж, с вашего позволения, давайте искупаем аплодисменты на все команды сейчас прямо здесь. Давайте, громко это сделаем, мощно. Доброе и
Тимура, спасибо тебе огромное. Ну и до того, как мы познакомимся с многоуважаемым жюри, я вижу, что сегодня у нас сплошные звезды. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте по поручению министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кожугетовича Шойгу поприветствовать всех участников сегодняшней игры КВН. Действительно, КВН очень активно шагнул Министерство обороны среди всей сети и образовательных учреждений высшего образования, и особенно довузских образовательных учреждений, которые сегодня в этом зале и на этой сцене. КВН уже идет четвертый сезон. В этом году полуфинальные игры проходят у нас на региональных площадках. Уже состоялись игры в Севастополе, в Воронеже. Сегодня в Туле, в этом городе оружейников, в этом городе, где располагается наша воздушно-десантная дивизия, где есть Суворовское военное училище, открытое в прошлом году. Действительно, следующая игра состоится в Владивостоке. Ну и финал мы ожидаем в феврале месяце в городе Москве, в Театре Российской Армии. В этом году мы предусмотрели небольшую интригу. В финале участвуют не только команды, вышедшие или выигравшие в полуфинале, но и среди занявших вторые места избираются еще одна команда, и она становится участником финальной серии. С этой трибуны и находясь в Туле, мне бы сегодня хотелось поблагодарить губернатора Тульской области Дюмина Алексея Геннадьевича за возможность предоставленную провести КВН в городе Туле, правительство Тульской области и администрацию города Тулы. Несомненно, от участников сегодняшней игры мы ждем веселых шуток, чтобы зал не скучал так же, как это было в первых минутах начала сегодняшнего полуфинала. Аплодисменты, веселье, крики «Ура!» и поддержка команд. У всех, каждого болельщика есть свои симпатии, есть чувство не только долга, но я думаю, что нас сегодня удивят, и юмор сегодня будет не только на сцене, но и в зале. Поэтому всех еще раз поздравляю с начала полуфинальной игры КВН в городе Туле. Ура! Спасибо, Дмитрий Петрович. Наши бурные аплодисменты. Мы надеемся, что юмор в зале будет очень сдержанно себя вести. И, конечно, самое главное, мы ждем от этих прекрасных команд, которые сейчас на сцене стоят. Замечательные 6 команд. Кстати, давайте, правда, все время им аплодируем, пока они стоят. Они же пока... Все друзья, да? Мы все друзья. Так. Как репетировал, мы показали звуки залу, показали свои улыбочки. Вот, мои хорошие, смотрите, какие они милые, прекрасные, замечательные дети. Ну, я уверен, что также бурными аплодисментами мы встретим еще одного человека, тоже с приветственным словом. Встречайте заместитель председателя правительства, министр молодежной политики Тульской области Юлия Владимировна Лепринцева. Теперь уже, уважаемые жюри, готовьтесь заполнять свои протоколы, смотрите, писать. У нас максимум первый конкурс приветствия, максимум 5 баллов. О, все есть, у них оценки не показывают, что есть 5 баллов уже. Ну и тема приветствия «Вместе весело шагать». «Вместе весело шагать». Я думаю, что такие правильные, да, приятные детские сентенции звучат именно в названиях тем для каждого конкурса. Ну и я прям готовлю сейчас услышать этот ор из зала, потому что мы переходим к выступлению приветствия команды КВН «Московские мажоры». Московское Суворовское военное училище. Вот можно уже погрешать, порадоваться. Встречаем бурными аплодисментами. Мажоры! Это люди в форме кричат «Мажоры!». Ладно, все равно. Так команда называется, сейчас вы увидите. Давайте встречаем их аплодисментами. Вперед, ребята! Вперед, мажоры! Перед вами команда КВН «Московские мажоры». Саня вот из Пензы, Кирилл из Иркутска, Вова из Твери. Как вы понимаете, из москвичей у нас только Серега. Да ребят, ну надоели вы, да из Подмосковья я. Откуда? Из Тулы.
деньги не потратим, можем себе позволить. Итак, все команды приехали. Ну, у нас 8 комплектов формы. Ну так во всех училищах 8. А зачем у нас тогда мажор назвали? Мы такие же, как и все. Только чуточку посмешнее. А вот теперь точно пошуми! Команда КВН «Московские мажоры». Спасибо!
где есть у команды. Мне кажется, им можно поаплодировать дополнительно, тем более, что мы переходим к шестому. Приветствую на сегодня. И также город Москва. Мы с вами идем дальше. На очереди второе музыкальное домашнее задание. Команда КВН «Московские мажоры». Московское творческое училище. Ну что ж, настроились? Поехали! Городе Тула. В своем домашнем задании мы бы хотели воспользоваться помощью ваших известных земляков. И первым нам поможет туляк Алексей Воробьев. Она сумасшедшая. Именно так можно сказать о современной российской эстраде, на которой постоянно появляется куча странных шоу. Итак, кастинг на очередное шоу. Ну кто нам следующий на кастинг? Проходите. Ты фамилию в списках услышишь.
Начальник штаба, первый заместитель командующего воздушно-десантными войсками, герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Иванович Эпинатов. Под ваши бурные аплодисменты. И... Чувствуете, да, микрофон даже меньше в этот момент. Вот что значит, да, настоящие замечательные наши... полководцы, здесь по-другому не скажу, аплодисменты. Я хочу вручить подарки от командующего воздушно-десантными войсками и вообще от личного состава воздушно-десантных войск. Во-первых, хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего праздника за то, что предоставили такое удовольствие городу, герою Тулы, всем присутствующим здесь. Виктор Петрович, я надеюсь, что наша армия будет непобедима ни перед какими зарубежными, которые нам дают санкции. А воздушно-десантные войска всегда будут укомплектованы на 100%. Спасибо вам, ребята. И позвольте мне, как попрошу капитанов команд выйти из строя вот на эту линию, сюда. Помочь? Что сделать? Мы будем вручать красиво, мощно, да? Аплодисменты. Здесь вот именно то самое рукопожатие, после которого наши прекрасные военные дети явно не будут мыть руки долго и thank you.
Вот, смотрите, как все четко. Николай Иванович сказал, встаньте в строй. И они прям сразу разошлись. Наши аплодисменты, давайте аплодируем. Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Иванович Игнатов. Огромное спасибо за подарки. Ну и за вот такой, знаете, четкий боевой дух. Мы с вами двигаемся дальше. У нас дальше есть сейчас спецпризы. Я на сцену приглашаю, ну здесь с удовольствием, российскую гимнастку. Двукратную олимпийскую чемпионку в упражнениях на брусьях, 9-кратную чемпионку мира и 13-кратную чемпионку Европы, заслуженный мастер спорта России, первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии Светлана Хоркина. Светлана, насколько я знаю, у вас вы вручаете кубок за волю к победе, и вот этот кубок, смотрите, какой парад. Сколько хорошее лето, вот дай сказать пару слов. Огромное спасибо всем командам. Было очень трудно, мне очень было трудно оставить оценки, как я уже сказала, посмотрев и оценив первый номер. Вы все приобрели мастерство в данном направлении. Спасибо вам большое. И от всей души хочу поблагодарить и поклониться вашим воспитателям. Спасибо большое. Вы классно воспитываете наших ученых и мальчишек. Того. В номерах ваших прозвучали песни из моей, я не знаю, вы, наверное, точно не знали, но мне очень нравятся песни из рок-оперы «Юнона и Авось». Мурашки бежали, вам за это спасибо. Это великое произведение и красивый спектакль. И хочу поблагодарить от всей души отдельно Московское военно-музыкальное училище имени генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, который смотрел на вас, ребята, и очень гордился вами. Спасибо большое. Ну, а молодое движение, которое только-только начинает уверенные шаги вперед, юнармия, молодцы юнармейцы, все будет у вас хорошо, финал пройдете скоро. Ну, а кубок за волю к победе моего одного из любимых училищ, Тверское Суворовское военное училище. Тверское Суворовское военное училище получает кубок за волю к победе из рук Светланы Хоркиной, которая точно знает, что такое воля к победе. Ура! Обнять Светлану, что вы? Давай. Когда есть такой шанс, что нет. Все, они вот по-серьезному чувствуются, центральный спортивный клуб армии чувствует. И бумажка собралась уже. Аплодисменты. Давайте Светлане Хоркиной поаплодируем отдельно. Ну дальше, как у меня прописано, идем дальше и слушаем прекрасных, замечательных людей. Я приглашаю на сцену директора программ КВН дивизионного творческого объединения «АМИК» Виктор Довиченко. Под наши бурные аплодисменты. Виктор, спасибо, что приехали, спасибо, что с нами. И насколько я знаю, конечно же, человеку, который максимально разбирается в КВН и все знает, и все видит, лучшую шутку, я так понимаю, и несколько слов. Спасибо большое. Добрый вечер всем. Огромное спасибо всем, которые приняли игру КВН. Дорогие друзья, Александр Васильевич Масляков пристально следит за тем, что происходит в армии с КВНом, это я вам честно хочу сказать. Передавал огромный привет. Вот, и сегодня мне великая честь предоставлена вручить приз от телевизионного творческого объединения «АМИК» за лучшую шутку. Это вот такой вот Кирин амиковский. В этом году КВН исполнилось 56 лет, она уже 56 лет игра шагает по планете. И я с прибольшущим удовольствием хочу вручить этот Кирин за шутку «Мы военные ходим налево по команде». Суворовское военное училище. Спасибо. Спасибо большое за игру. Спасибо, Виктор Николаевич, за наши аплодисменты. Давайте. Молодцы, правда. Дальше с удовольствием приглашаем на эту сцену ведущий артист Центрального академического театра Российской армии, народный артист России Артем Каминский. Ну что ж, замечательная глыба
актерской глыбы здесь на сцене, поэтому наши аплодисменты. Артем, вам слово, и у вас, по-моему, две номинации, да, насколько я понимаю? Ну, номинация одна, но она сама по себе, вот сейчас вы поймете, она подразумевает получение минимум двух участников. Ребят, вы знаете, вот будет финал, как сказано было перед началом, на сцене Центрального академического театра Российской армии, сцена моя родная, на которой я имею честь выходить там каждый вечер на спектакле. Конечно, это особое, наверняка для вас будет событие, для тех, кто там будет, и для болельщиков. Но я вам скажу, артиста, конечно же, в институте профессионально учат каким-то навыкам. Все это так. Смотрел я на вас сегодня, вот весь наш КВН, всю нашу игру и думал, боже мой, что же самое главное, составляющее моей профессии? Да вот это вот огромное желание быть на этих подмостках и понимать, что ты делаешь. И это великое счастье видеть ваши светящиеся счастливые глаза. Вот это, я думаю, есть самый главный смысл великой игры КВН. Вы получаете счастье, вы дарите радость, творчество тем, кто за. Ну, а моя номинация – это лучший актерский, да? Как да, вы, актер и... Лучший актер, да, лучший актер. Просто на предыдущих играх актрису вот, не вручали. Да-да, я знаю, что в каждой команде, безусловно, ну, просто мы все звезды. Среди звезд есть суперзвезда. Надо выбрать. Поэтому с удовольствием, знаешь, кого выбираю? Вот я тебя хочу выбрать. Вот ты же у нас на табуретку зашел, а? Ну, правда, ну, вот он был просто первым. Вот так здорово это сделал. Есть тоже, у вас у всех есть. Я тебя поздравляю. Тебя выбираю лучшим артистом в этой игре. Ну, что ответишь? Отлично. Отлично, молодец, выбралась все. Молодец, а есть у нас как-то такой? Как зовут-то лучшего актера? Как тебя зовут? Давай, давай, представляйся. Владислав. Так, фамилия и имя? Владислав Кривцов. Взрыв аплодисмента! Владислав Кривцов! Диплом, Владислав, и подарок, вот такой замечательный. Ладно, молодец, дай Бог тебе удачи. Так, ну а с актрисой уж позвольте мне несколько тоже в стиле КВН сделать. Знаете, кто лучшая актриса будет? Нет. А как вы думаете? Ну, наверное, девочка. Ну, точно, да, угадали. Девочка, ну не так все просто. Лучшие актрисы, лучшими. Две близняшки из юной армии выбираются! Яркие, иди ты сюда, солнышки. Ну давай, поаплодируем. Вот они, две. Ну пусть хоть со всех наградит. Вот здесь мне позволено было все-таки вот так отличиться. Не одна, а две. Так, если у нас поэтому... О, есть, так. Ну мы же обговорили все. Вот так вот два этих четных зонтика, они пригодятся. Дипломы, поздравляю вас. Диплом один на двоих. Ну вы разберетесь, вы же близняшки, мы же вместе. Ну а почему слезки в глазах? Поговорили. Рады? Рады. Но еще впереди, еще же есть возможность. И первое место непременно будет. Ну давай, спасибо. Наша поздравляю. Спасибо большое. Артем, благодарим, говорим огромное спасибо. Ну у девчонок практически светофор сложился. Зеленый зонтик, красная футболка. Ну и пока бежевые, это хорошо. Брюки. Это прекрасно. Замечательно. Двигаемся дальше. А я с удовольствием приглашаю на эту сцену выдающаяся российская телеведущая, общественный деятель, президент школы искусств и медиатехнологий Арина Шарапова. Всегда лучезарная, всегда замечательная, потрясающая улыбка и наша аплодисменты. Вы знаете, ловлю себя на мысли. Вот они такие, ребят, ну вы же, в общем, маленькие, правда, ну, по сравнению со мной. Ну, правда? Главное, они стоят и говорят, нет. Ну, ребят, ну вы маги, понимаете, вы волшебники. Вы втянули нас в такую игру, что мне, честно говоря, расставаться с вами совсем не хочется. Вы обалденные, спасибо вам большое. Можете сами себе покричать ура. Я хочу поблагодарить всех тех, кто готовил этот КВН. С каждым годом, а я уже много лет с вами, все выше и выше уровень работы с ребятами, все круче и круче шутки, все отборнее и отборнее сама команда. Вы знаете, это такой восторг, это просто счастье, когда так здорово работают люди, которые организуют этот процесс. Спасибо вам огромное, просто до земли. Правда, это удовольствие и радость. Потому что представьте себе, что армия, юмор,
светское воспитание. Понимаете, ну, с такими людьми страна будет всегда наша, родная, крепкая, крутая. И ничего, ни грамма земли никогда никому не отдадим. Правильно, мальчики, девочки? Вот, а моя задача следующая. Я должна вручить приз за лучшее видео. Ну, понятно, я все-таки телевизионщица, поэтому... Да. Но мне показалось, что группа «Экспансия», конечно, была вот прям вообще... Знаете, не было расплывчатости, такая новелла жестко собранная. Это очень важно, да, чтобы не было лишнего ничего. Вот у вас так было. Хочу поздравить, кто будет принимать приз. Лучшее видео. Команда КВН «Экспансия». Пацан, поздравляю. Ну и вот такие подарки. Теперь квадрокоптер будет взлетать над пансионом. И снимать крутые видео. Спасибо вам большое, Арина, спасибо, что с нами. Вот это всегда приятно, что находите время. Дальше больше. Подарков сегодня много. Приятно, что дети сегодня практически еле смогут унести все, что запланировано. Я на сцену приглашаю начальника главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрия Троленкова. Дмитрий Троленков, под ваши аплодисменты. Я знаю, что у него есть и подарки, и слова, я думаю, он найдет. Ну и своих, наверное, ругать не будет. Они сегодня старались, убились, как они. Прошу. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас всех от Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на замечательной тульской земле. Как было сказано, да, если есть на свете рай, это, конечно, Тульский край. Теперь. А, теперь, с сегодняшнего дня. А, вообще, действительно, игра получилась замечательной, яркой. Нашему жюри действительно было очень сложно судить, поскольку я тоже уже не первый раз на КВН, да, наших замечательных ребят следим за их успехами, они действительно растут, мастерство их растет, и было здорово слышать, что среди вот этих искрометных, таких ярких шуток было очень много слов патриотизма, да, и любви к родине. За это вам большое спасибо, ребят. Да это нам всем спасибо, на самом деле, именно одна из целей, да, патриотическое воспитание, и КВН, она, оказывается, тоже возможна. Хотел бы обратиться к девчонкам из команды «Экспансия». Так, серьезно сейчас? Подождите, подожди, у них своя тема. Да, личный вопрос. Да. Хотел бы взять номер телефона Ирины Валерьевны, у меня есть друг замечательный. А Дмитрий, я покажите мальчики. Тот жена? Ну просто кольцо снимаю, когда в Тулу приезжаю. Это известный факт, так многие делают, когда в Тулу приезжают. Ну а если серьезно, хотелось бы от дел, так сказать, от юмора перейти к серьезным государственным делам, поблагодарить за ту работу, которая проделана в Тульской области. Кстати, Ирина подсматривает на тебя сейчас вон там вот в дверях. В плане патриотического воспитания, и, конечно, хотел бы поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за его личный вклад в развитие. Абсолютно верно. Наши аплодисменты. Давайте губернатора еще раз поаплодируем. Это важно, когда... Заместитель председателя правительства, министра молодежной политики, члена главного штаба движения «Юнармия» Вепринцев Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, вам. А вы пойдете на сцену? А, подарки тоже. Смотрите, как хорошо. Ну что ж, мы продолжаем радоваться этому событию и аплодировать, аплодировать, еще раз так аплодировать. Вот так вот и сложилась эта прекрасная история здесь и сейчас. Нам приятно, вот Юлия Владимировна собрала все подарки, все награды, а от «Юнармии» все команды получили прекрасные, замечательные подарки. Спасибо, Дмитрий, аплодисменты. Двигаемся дальше, еще подарки. Еще подарки я приглашаю на сцену вице-президента, внимание, вице-президента городошного спорта России. Надежда Павлова здесь и сейчас оказывается на этой сцене. Мы с Надеждой уже были в Севастополе, знаем, что такое городошный спорт, я теперь разбираюсь. Разрешите, пожалуйста, поздравить от лица Федерации городошного спорта России, настоящего, исконно русского. Я не могу сдержаться просто. Посмотри, это самая милая картина во Вселенной, которую я только мог себе представить. Этот медведь и этот прекрасный, как тебя зовут?
Этот медведь в руках Владимира. Вот так вот смотрелось история. Прошу, извините, пожалуйста. Городовский спорт — это мое задание. Знаете, меня сегодня осенило. Я думаю, что же объединяет городки и КВН? Я, во-первых, благодарна очень Ольге Владимировне Фалер за приглашение уже не на первое КВН. Она, кстати, объединяет городки. Она, кстати, объединяет также. Знаете, улыбка, потому что когда говорят городки и когда говорят КВН, это всегда вызывает улыбку. Примерно одинаковый, кстати, процент улыбки вызывает городки и КВН. Да. Вот разрешите сегодня от лица Федерации исконно русского вида спорта поздравить, опять же, на мой взгляд, самого маленького участника КВН. Догадайтесь, кто это? Мне кажется, Владимир не отдастся. Он поймал водный дождь. Нет, вот сегодня он уже получил одну номинацию. Тульское Суворовское военное училище. Прекрасный Владислав. Посмотрите на Владимира. Вова, я найду, что тебе подарить. Обязательно после. Ура! Спасибо вам, Надежда. Давайте пожелаем развития городовскому спорту такого же, как мы. Исконно русский спортивный вид, да? Исконно русский вид спорта городошный и исконно русский юмористический жанр КВН. Вот они и сошлись наконец-то. Исконно по-русски здесь, на исконно русской земле в Туле. Ну а у нас дальше с удовольствием, конечно же, приглашаю к нам сюда популярный певец-композитор Алексей Хворостян под нашим сборным лагерем. Лёш, прошу. Я знаю, что у тебя тоже две номинации. Ну и дальше мы уже будем узнавать, как все это сложится. Прошу. Здравствуйте, друзья. Ох, этот бархатный голос. Ребятки, я хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Вот, честное слово, вы такие молодцы. Сегодня было прям по-настоящему тепло. Я сидел, улыбался, у меня очень устали вот мышцы вот здесь вот на лице. Я думал, как вы, собственно, всего зала. Правда? Да! Ребят, вы действительно просто вот красавцы и красавицы, знаете. И еще, кстати, хочу сказать, наверное, тоже важно. Я сейчас буду ехать домой, буду однозначно напевать песню. Ира, две квартиры, зафиксируй. Очень круто. Все хотят в Москве две квартиры, понимаете? Нет. Зачем? А сколько у тебя одна? У меня одна. И то не моя, там целая история. Добрый. Я, собственно, что хочу сказать, да? Я хочу сказать, можно очень много красивых слов сейчас наговорить, но было действительно по-настоящему круто. Вот прям вот круто, правда? Ребята, аплодисменты, пожалуйста. Ну, у меня, собственно, две номинации. Начнем мы с номинации «Золотой голос». А глупо, наверное, да, спрашиваю, как вы думаете, кто сегодня станет... Как вы думаете, кто сегодня «Золотой голос» у нас в этой номинации? А это когда? А еще громче, кто? Мне кажется, в тот момент, когда в игре участвует музыкально какой-то, например, вот интересный, замечательный, довузовский образовательный учреждень, то мне кажется, отдавать «Золотой голос» не им. Перпетум мобиле, друзья! Вы все золотые голоса! По-другому, наверное, не может быть. Золотые голоса, золотые. Подарок золотой. Ребят, вы действительно достойны этих аплодисментов. Спасибо еще раз, я думаю. Спасибо большое. Спасибо. Ну, лучший музыкальный номер, да, еще? Да, еще лучший музыкальный номер. Вы знаете, для меня, честно говоря, вдвойне приятно это сделать. Ну, так уж оно получилось, что мы с этими ребятами в мое время определенное, ну, можно сказать, что делили один плац. Это ребята, выпускники Московского Суворовского училища. Пожалуйста, громкие аплодисменты за лучший музыкальный номер. Лучший музыкальный номер достается команде КВН «Московские мажоры». А еще громче, друзья мои! Попросить Алексея спеть что-то. Я, собственно, уже не спрашивал, мне сказали, не порт вечер. Не порт вечер, а смешной вечер. Вы знаете, я хотел бы в очередной раз, наверное, повторить, что этот мир по-настоящему
спасает, конечно же, всегда красота, любовь и юмор, друзья мои. Спасибо большое. Громкие аплодисменты. Абсолютно точно. Спасибо, Алексей. Спасибо огромное. Прекрасный, замечательный голос. Вручил номинацию «Золотой голос» и «Лучший музыкальный номер». Ну что, мы готовы перейти к награждению наших команд. И я с удовольствием приглашаю сюда наших почетных не гостей, а серьезных людей. Поэтому под ваши бурные аплодисменты на сцену приглашается начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. Генерал-полковник Виктор Петрович Горевыкин. И начальник объединенного штаба организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Алексеевич Сидоров. Аплодисменты. Ну, я думаю, что эту прекрасную, замечательную мужскую компанию давайте скрасим одной прекрасной, замечательной дамой. Поэтому встречайте заместителя председателя правительства, министра молодежной политики Тульской области Юлия Владимировна Вемлинцева. Смотрите, все самостоятельно, все самостоятельно. Да, прошу, прошу. Виктор Петрович, вам слово. Спасибо. Мне кажется, праздник сегодня удался. Но первый, наверное, мы этот праздник привезли в город Тулу. Это, наверное, компенсация за вчерашний проигрыш Арсенала московскому Спартаку. Это первое, я люблю анализировать. Второе, мне кажется, вот сегодняшний КВН мне понравился даже больше, чем КВН взрослый, который я смотрел и в зале, и по телевизору. Действительно, сегодня юмор был содержательным. Следующее. Я забегу вперед. Все прекрасно понимают, кто победил, потому что каждый дружит с математикой. Вот. Лариса Юрьевна, у вас потеря. Ирину оставляют в Туле. Надо искать заново на финал. Хотел бы сказать приобретение у нашего ведущего. Раскладушка и стульчик. Это обустроить можно квартиру. Но если умер две, то... Или оставить его тоже в Туле. А, не-не-не, в Москве нормально. Ну, вообще-то, если серьезно и откровенно, мне, говорю, очень понравилось. Ребята, вы просто молодцы. Вы нас сегодня так повеселили. Наверное, мы за весь год так не веселились. Вот 1 сентября буквально этого года, когда в пансионе воспитанных приводили первый урок, День знаний, и один выступающий, командир части, говорит, со мной сегодня в пансионе столько раз поздоровались, что за всю службу столько не здоровались. Поэтому любовь, что нужно вас поздравить. Спасибо вам. Всего хорошего. Дорогие друзья, Виктор Петрович пройдет мне, я тоже сидел и думал. Значит, у нас с определенной периодичностью после 22:30 в воскресенье идут интересные передачи. Вот я сегодня искренне и до слез смеялся, уже давно, наверное, в своей жизни столько не смеялся. Поэтому еще хочу немножечко уточнить. Математика математика, но победили от сегодняшнего вечера, от сегодняшнего КВН, от сегодняшнего праздника все. Победила дружба. И вот это вот замечательное, замечательное настроение, которое на лице у всех присутствующих в этом зале. Спасибо вам, ребят, большое, вы просто молодцы. Просто молодцы. Виктор Петрович, как председатель жюри, конечно, я не обладаю такими полномочиями, но вот как по мне, я бы все шесть команд как-то вот правдами-неправдами бы в финальную часть все-таки взял. Уж если не на сцене выступать, то хотя бы пригласить их в зал театра в Москве, где будут проходить финальные игры, заключительное вот это заключение проекта великолепного Министерства обороны Российской Федерации под названием КВН. Ну а поздравить, конечно, ну вот абсолютно беспристрастно выиграли девчонки замечательные, милые, музыкальные, смекалистые. И я вас от души поздравляю с этой победой. И чтобы вы достойнейшим образом
выступили в финале. Ну а кто будет по интриге вторым? Мажоры! Да. Подождите, все интрига, все забыли, нет никаких результатов. Я сейчас буду называть. Подождите, поэтому с праздником вас. Спасибо. Спасибо, но не уходите, мы сейчас будем награждать наших. Мажоры, если Хоркина возглавит. Итак, лауреаты. Спасибо большое, да. Мы очень рады, что КВН проходит в городе Туле уже второй раз. Мы с удовольствием будем рады принять этот КВН и в следующем году. Я уверена, что сегодняшний КВН зарядил всех нас на год хорошего настроения. Поэтому спасибо вам огромное, ребята. Вы сделали прекрасный КВН и всем подарили море улыбок. Ура! Ну давайте перейдем к награждению подарками. Да, давайте микрофон. А можно сказать еще одно приобретение? Буквально забыл, тоже анализируя. У нас сегодня жюри... Две девушки. И они сегодня приобрели двух охранников. Им небезопасно будет доехать до Москвы. Через дверь, правда, почему-то. Но доедете. Ну что ж, да, давайте будем к лауреатам перейдем. Будем награждать наших прекрасных, замечательных, наши замечательные команды. У вас миссия приятная. Можете далеко не уходить от центра. Я буду называть, а вы будете вручать. Итак... Звукорежиссер, подбери что-нибудь нам симпатичное, чтобы можно было под отбивочки весело награждать замечательные команды. Итак, с результатом 80 баллов лауреатами 4-й отборочной игры становится... Сейчас я быстренько приведу, чтобы... Да, вот музыка начинает звучать, чтобы можно было радоваться. 80 баллов! Наши бурные аплодисменты. Прекрасная, замечательная команда КВН «Перпетуум Мобили» Московская музыкальная училища. Подарки вот стоят, вот, вручаются здесь, «Перпетуум Мобили». Лауреат, конечно, нет, подожди, ты сам ничего не бери, стой, кайфуй, по центру. Тебе сейчас классные люди будут вручать все. Наши аплодисменты, 80 баллов, лауреаты игры. Под ваши аплодисменты, ребята, да, давай. Также порадуемся этому событию, 80 баллов, лауреатами 4-й отборочной игры становится команда «КВН». Юнармейцы Всероссийского юнармейского общественного движения «Юнармия». 82 балла, и также лауреатами становятся наши прекрасные, восхитительные, замечательные игры. Команда «Шашки наголо», Тверское Суворовское военное училище «Тверь». Третье место. Уверен, что также бурно сейчас взорвемся. 86 баллов. Третий, бронзовый. Сегодня для вас с нами под бурные аплодисменты на страже юмора Тульская Суворовская военная училища. Игра, а, представляете, 86 баллов и только третье место. Вот так бывает на играх КВН, но сегодня все команды поразили своей подготовленностью. Второе место, буквально здесь, конечно, я понимаю, что совсем крохи разницы в этом мгновении, но все-таки такова игра. 89 баллов. Второе место, команда КВН «Московские мажоры», Московская Суворовская военная. Подготовиться через год и всех рук, вот так сказал я в этот момент. Первое место. 90 баллов. Буквально один балл разницы. Но путевку в финал
получает команда КВН «Экспансия» Московский кадетский корпус. У нас есть очень крутая традиция, что заканчивает наш замечательный КВН один замечательный человек, который сегодня, как Мэри Поппинс, появится на этой сцене. Встречайте начальника отдела культурных программ Департамента управления культуры Министерства обороны Российской Федерации, Ольга Владимировна Фаллер. Она прилетела, но обещала не улетать. У нашего КВН есть новая традиция. Победитель каждой отборочной игры запускает в небо шары. Шары, которые имеют особые цвета, потому что у имени Победа есть имя другое – Россия. Потому что все мы служим России. Военные музыканты, вперед! Ну и песня, да, под которой мы передаем этот да, замечательный шарик. Наша замечательная песня «Служить России». Спасибо.
Ну что ж, команда «Квн Экспансия» отправляется в финал и отправляется на улицу запускать эти шары на пятую отборочную игру, которая пройдет в городе Владивосток. Так что мы надеемся, что авторы и мажоры, Светлана, показывают всячески, оказываются в режиме ожидания. Московские мажоры Московского Суворовского военного училища переходят в режим ожидания. И мы узнаем, тут я, кстати, Игорь Петрович, это вы объявили вначале, да, что вторая команда, это не я, это вы, давайте я снимаю ответственность с себя. Вам, пожалуйста, спасибо, что придумали это. Нам это очень сильно помогает в жизни в этом горе. Огромное спасибо. Все, игра закончилась. Огромное спасибо командам. Огромное спасибо.